Никаких сокращений по антиретровирусной терапии в Тюменской области нет. Мы увеличиваем количество лиц, которые получают антиретровирусную терапию. Часть препаратов поступает за счет федеральных средств к нам в область, часть покупается за областные средства. В 2018 году это 63%, кому необходима терапия, получают терапию, но такая небольшая цифра 60 это не потому, что у нас нет денег, это потому, что кому-то не показана терапия, кому-то кто-то от нее, к сожалению, пока отказывается. То есть это не по причине отсутствия препаратов.